Вот это видите, как круто ехать с ящиком. Ящик перевернул. Ну, футболку сменную я пока. Она такая, в принципе, мне ее не жалко. Так, в скатерть. И красота, блин, удобно. Единственное, что я не смог бушкрафт креслица себе сделать. Потому что вот какие-то все бревна здесь корявые, блин. Деревья все такие выгнутые, блин. Вот такая беда. Это не то, что там показывают там бушкрафт кресло, да, там. Конечно, когда везде сосны и все ровные, так, конечно, легче найти такое дело. Тут посложнее. А зелень я не хотел рубать. Принципиально. Пока Джин грелся у костра, я у пруда рассматривал звезды. Иногда даже не нужно было задирать голову, буквально я смотрел отражение воды на воде. Ну а ближе к 11, на полдвенадцатого мы все-таки пошли спать. Так, мы в палаточке такой. Вот. Не видно хера, конечно. Это чудо. Сначала лежал возле костра на своей этой подстилочке, которую я взял из дома. Я же такой думаю, ну лежи, раз ты хочешь у костра. Ну там догорает. Пойду лягу, думаю. И приползает тут же ко мне и тулится, думаю, под мое одеяло. Не, думаю, лежи на своей подстилке, принес ее сюда, короче. Буду вот так вот спать. Да. Сейчас я разденусь, наверное, кстати, чуть-чуть. Все, всем спокойной ночи. Завтра утром идем в красное. То есть солнце. Ребят, пару слов о ночевке с собакой в палатке из тента тарпаулинового. Ну, дешевый, который сам. Сейчас 3 часа ночи. Мы услышали утку, которая тут на берегу шуршала. Естественно, что он уже там и теперь шарится вокруг. В палатку не идет. Все ему не интересно. Второе. Палатка, конечно же, вся, ну как, импровизированная палатка, покрылась этим конденсатом. Ну вот, ну, хотя бы не капает. Бывает и такое. Это, и не холодно было, да, ну нормально. То есть, по крайней мере, мне в спальнике, который до плюс 5 максимально у него, и то в старом нормально. А, ну, до 3 часов ночи было даже жарко, потому что теплая собака прям под спину очень греет. А теперь эта грелка убежала, блин, ну как-то немножко зябко, но под одеялом ничего. Сейчас постараюсь еще поспать. К этому вокруг бегает зараза и не возвращается в палатку. Да, еще и сразу минус только что увидел ночевки в таком. Вот таким образом. Это то, что я увидел. А сколько я не увидел, короче, пауки лазят. Двоих придавил уже. Но раз пауки, то, наверное, их родственники могут лазить. Это товарищи клещи, конечно. Надо будет себя осмотреть. Вот этот зверь один висит. Паутину уже успел сплести. Сволочь такая. Ой, хай висит, ладно. Главное, чтобы не лазил. Джин, блин. 4:43, он даже камера еще не берет освещение, хотя уже он солнце встато. 4:43, падла. У меня сын с зубами со своими не будет так рано, как ты, блин. Радости полные штаны. Бегает он. Это морда, блин, бегает уже. Все, счастье у него. А, блин. Фух, ребятки, вот так вот оно. Собака не даст вам поспать, поэтому не ходите в походы с собакой. Не, на самом деле прикольно. Ой, просто я уже валялся, чувствую, подверзаю, думаю, ладно, встаю, короче, солнце вылазит. Фу, 4:43. 4:43, это я уже 15 минут шарюсь, блин, пока раздуплился, походил, умылся уже, кстати, в озере, пока все-таки вода стоит. Ой, парует, красота, все, солнце вылазит. Правда, да, я одел безрукавочку пуховую, ну не пуховую, в смысле синтепоновую, потому что, блин, реально холодно, с утра холодно. Вот, хотя в обед до 30, ну 28 нагревает, а сейчас, наверное, с утра градусов 16 от силы. Вон пошло озеро паровать. Это я люблю, в принципе, не зря встал. Я люблю наблюдать это явление, когда над водой пар стоит. Ну просто камера не возьмет сейчас. Она еще слепковата. Я все вижу, а камера еще. Опа! Кофеек у нас.
Вот так, экономит никак не получается. Вот дешевый тент, это вместе вот этого как раз. Да и люверс, он, я сначала на люверс притянул, он, люверс тоже оторвался. Ха. Ха. Вот работает пила. Короче, вчера я когда приехал только сюда, тоже слышны были отовсюду. В общем, пиляют без зазрения совести. Всем плевать. Никакие службы не работают. Если работают, это очень плохо. А, еще горячие. Это мой завтрак. Едем дальше. Выехали мы с этого ставка, или как это назвать. В общем, это была когда-то река, речка Соленая. Пишется так вроде. Ну, я так понял, подбираемся к Красному. Там мы посетим, я надеюсь, памятник. Место, где жил Прокофьев, там уже я с мужчиной тут поговорил. Где-то час мы лялякали. Поэтому я так поздно выезжаю, уже 9 часов. И в том доме, где жил Прокофьев, его дома уже нет, конечно же, разрушены. И там поставили памятный знак, короче. А есть музей, ну и церковь, где его крестили вроде как. Джин, ну что ты под колесо прыгаешь? Опа, а куда ж тут свернуть-то, а? Прямо чин вниз. Опа-на. Ну, сейчас, наверное, не знаю, наверное, прям поеду. Вот оно красное такое. То есть солнцевка уже. Снова. Вот это, я так понимаю, к какому-то летию, наверное, к столетию было сделано. Уже все потрескалось, потому что село Красное. Если бы это было недавно, то была уже Солнцевка. Потому что, по-моему, 16 или 17 года уже она стала Солнцевкой.